Всем привет! Настоящая зима. И как раз время заняться велосипедами. Нам достался замечательный велосипед. Вот такой велосипед. К нему у нас нет колес. Мы сейчас его поставим на неродные 24-е. Здесь должны быть 26-е. Просто для того, чтобы он стоял на колесах и у него не гнулись шикарные алюминиевые крылья. Также нам достались колеса 24-е на наш, скажем так, ретро-велосипед, который вы еще не видели. Я считаю, что это отличное состояние у колес. А также благодаря друзьям из Белгород-Днестровского нам достались, в общем, фрезы, плашки, резцы. Точить не переточить. Конечно же, велосипед для музея. Также для музея нам достался анемометр. Вот такое замечательное приспособление. Всегда мечтал. Представляете, он крутится. Ему нужна, скорее всего, специальная подставочка. Это тоже в музей пойдет. Вот эти колеса у меня были до этого. Это колесо в ужасном состоянии. Сам обод. Это колесо гораздо лучше. И можно было бы сказать, что у него теперь есть пара, но у них разная кривизна профиля. Эти колеса пара. Они как раз и пойдут на этот голубой велосипед. А эти колеса мы сейчас поставим на замечательный подарок, у которого тоже, кстати, ложечный тормоз. И он будет просто на них пока стоять. Вот этот замечательный велосипед. Я думаю, что это какой-то прибалтийский велосипед. Вот. Не знаю. Он был, кстати, тоже под ложечный тормоз. К сожалению, он отсутствует. В общем, мы имеем родной руль с родными грипсами, с родными крыльями. Ну, с колесами в ужасном состоянии. Но до этого я уже начал подбирать колеса. Вот у нас есть одно. И второе. Гори, это твой велосипед? В общем, не удержался, достал его из закромов. Покрасим. Поменяем сиденье. Поставим родные педали. Берем багажник. И вот, собственно говоря, колеса. Классный протектор такой был. Но, к сожалению, покрышка мертва. Так, велосипед у нас назывался Сяу. В общем, пока не могу сказать, как он назывался. Будем расшифровывать. Я не могу.
все лишнее мы сняли. Это остатки педалей, багажник от 28-го колеса, сиденье. Отличная скульптурка получится. Осталось только рога добавить. Вот колеса эти будут стоять. Следующий велосипед мы поставили на неродные колеса. Но все для того, чтобы он не касался пола своими шикарными алюминиевыми крыльями. Будем искать колеса. Звоночек у нас какой-то был. И, конечно же, вот еще замечательный велосипед. Возможно, это ZIF был. Не могу идентифицировать, может кто-то подскажет, что это был велосипед. Самые главные запчасти у нас для него есть. Хотелось бы на него поставить колеса с таким же вот V-профилем, потому что это будут колеса как раз той эпохи, когда выпускали такие велосипеды. И, конечно же, все велосипеды из сегодняшнего видео практически дети. По сравнению вот с этим дедушкой, которому почти 70 лет. Зовут этого дедушку Ралей. Модель приблизительно 1950 года. У него был долгий путь с Кипра в Украину. И о нем я вам расскажу как-нибудь в следующем видео.